Мы с вами живем в большом мире, друзья. Часовых поясов очень много в котором. Где-то утро сейчас, где-то день уж настал, где-то вечер вступил в права, а где-то сейчас уже царствует ночь. Поэтому я вас поприветствую следующим образом. Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам стихотворение Апухтина Алексея Николаевича. В уютном уголке сидели мы вдвоем, в открытое окно впивались наши очи и, напрягая слух, в безмолвии ночном чего-то ждали мы. От этой тихой ночи звон колокольчика нам чудился порой, пугал нас лай собак, тревожил листья в шорох. Но сколько нежности и жалости немой, не тратя лишних слов, читали мы во взорах. И сколько-сколько раз сквозь сумрак новых лет светиться будет мне тот уголок уютный, и ночи тишина, и яркие лампы свет, и сердце чуткого обман ежеминутный.